Всім привіт, від ТУП «Сонячна Італія на проводі». Алілуя! В нашій сім'ї з'явився бухгалтер комерціаліста Софія, тому що Софія продала стул, стол, лампу. Дала немножко мамі Маріні. И много взяла денежек себе. Не здоровайся со всеми, Софи. Мы это самое. Джордж пришел после работы. Джорджик после работы. Вот. Привет. Иди. Экола. Привет. Come va alto, Софи, vieni? Софи, коммерчалиста, брависсимо. Аплауз от Андрея. Софи, ora mi deve vendere il frigorifero. Non ti vendo niente. Mi è venuto un infarto di quello tavolo. E mi vendi il frigorifero? A quanto? Poi parliamo dopo. Fammi il numero con dita. E io quanto devo prendere? Vabbè, mi dai metà. No, metà per cosa? Mi viene infarto quando vendo quello tavolo, che non voleva nessuno. Però certo, заказали этого самого Франку, потому что у меня дома ничего нет. А что говорят, я так и не поняла, что с завтрашнего числа, вот это, да, 15 октября. Solo Giorgio ce l'ha vaccino. Да, и сейчас, по-моему, все, нельзя будет, да, ходить в центре коммерчали на секунду. Sì, che ci può andare, serve per il lavoro. А что, нет, там, sentite, sul internet, люди говорят, что там, мы запасаемся, запасаемся. Что запасаться, не могу понять. Ну, реально, ты же мне говорили, что она я сегодня их ждала, прилегла на минутку, на 10 минут заснула, ну не на 10, а полчаса. Ma perché parli male di Giorgio? Ma che cazzo stai dicendo? Tu hai detto che io non ero 100% buono, perché hai detto che io devo andare a lavoro. Quando ce l'ho detto una cosa? Я такого вообще не говорила. Софи, София, подойди сюда, девочки не понимают. Море, ma non ti fidi di me. Sì, va bene. Giorgio, te lo giuro che lei l'ha detto, ma non ha detto con cattiveria. Короче, чтобы там рис заказали. Ну, в основном там просто Джордж тоже не ест все. Допустим, что он не любит? Niente, lui non mangia niente, piace pasta bianca. Ma море, в чинезе что-то он не любит там. Ну, мы такое, я там все равно, допустим, я что-то сладкого захотела. Я не знаю, это, наверное, какая-то акклиматизация. Что-то я видела у кого-то тоже видео, почему мы так много едим осенью. Девочки, завтра буду голову мыть, приводить в порядок, потому что это, что у меня хоть все, нету этого стола. София говорит, мама, ты же сказала, что он был не поцарапанный. Это там поцарапанный был, говорит, даже в местах, говорит, где эта самая лампа. А где он? Так это ж ты его поцарапала, наверное. Ну ты же, это ж твой стол. Devo andare un attimo a seguire sul mio canale. Io già показала, там. Покажи еще. Там каждое твое видео есть поза. Gira il telefono, che così non si vede. Нет, так надо. Allora ti hanno fatto vedere bene che ti sei. Там есть твое, там есть ссылка на твой канал. Я сегодня разговариваю на русский на видео. Сегодня на русском буду? No, ho già messo на русском. А, уже есть на русском. Un po' italiano, un po' così. Молодец. Да. Молодец. Giorgio, il lavoro come va? Molto bene. Bruda dalle occhi? No, venite qua, vicino alla videocamera, che siete nascosti. Dai, amore, ma lui gioca, ma anche lui è stanco, non ha fatto la doccia, può fare la doccia? No. Sì, ma la bagna mia non è, si può anche no, fare. No, è il sudicio, quello che è una casa mia, che io c'è lo sudicio. No, non è sudicio, non è, non c'è lavoro. Sofia, що ти там постоянно на мене люди смотри? Почему они, мама, c'è chi mi scrive Sofia con un po' leggeggio на YouTube, non mi fai ridere. Giorgina, come sei alto, Madonna, guarda, guarda. Guarda, una testa anche in più. Racconta un po', il lavoro come va? Antonio, il vaccino come va? Bene. Come ti vaccina, prima dose, come ti è passata? Normale? Ho fatto male quando... Ah, bella, poca. E ora, seconda, quando? 21. Amore, provati la giacca, fammi vedere come si fa. Слышиш? Ma non si può di non fare la seconda? No, non si può, perché... Non можно ли делать? Dove hai lasciato? Dove hai lasciato in camera, no? Так. Девчонки, смотрите, это в Заре покупала София Джорджу. В Заре этот самый, курточку, она здесь на лице. Вот наподобие какой будешь с тобой брали в ОВС Асиены. Не Сиена. Видите, смотрите. И там, это Зара, здесь тоже, а нет, нет, здесь Велют. Ну, рука хорошая, я думала, что рука будет хорошая. Мама, иди, сейчас Джорджо, когда ты мне отдали панталоны по супра, потому что где-то не каскаду, посмотри. Ну, сейчас это и модно. Ну, ходенький. Ма ты не рано, что ты магрито, джирати.
Girati. Ma no, no così. Girati, amore. Guarda, mamma. Allora, ma perché stai fermo un attimo? Sofia, tu calmati un po'. Sofia! A me quelle cose guarda, non mi piacciono. Guarda, mamma, lui questo ce l'ha tutto così. C'è, tutta in moda così, ora tutte ce l'hanno così. Dai, guarda, giorno, amore, andiamo via, sono cattiva, amore, andiamo via. Dove? Amore, guarda cosa voglio prendere per lei. Questo però non mi piace perché la cinesi lo trovo meglio. Amore, questo cosa? No, questo l'ho ripreso. E te che fai con questo, scusa? Non portare via. Ah, guarda, ma questa è buona perché guarda Giorgio, questa è tutta media, tutti gusti. Ah, che lo diamo a papà di Giorgio. Il negozio di russe queste. Vuoi dare a papà? Sì. Papà, voglio fare una prova, amore. Dievesca, lo mandi a Dina. Ah, Dina, è vero anche. Dievesca, un po' così. Ah, ma questa mamma è vodka, allora vodka stasera la beviamo. Vodka tutta, te ne piosci. Ah, da oggi sì. Vodka всех этих самых. Questa bella però, di ручки коротенькие, да, не долазят. Ручки коротенькие. А. Боже, что у тебя за манцы какие-то? Тут замахнулась, там замахнулась. Марина! Какой-то вообще гестапо, блядь. Где? Куда? Да, Александра, коллега. Вот это вкусное. Вот это клюква. Мама, ты ла бери? Che peccato che non beve. No, però clucqua non era così. Mamma ha detto a Giorgio che peccato che lui non la beve. Vuoi tazzame... Sacchetto? Cosa? Di lavanda? Lavanda io ho già si prepastato. Mamma mia. E perché vuoi dare? Il papà dice che lui vuole sapere, lo manda alla sua mamma. Sì. Dammi quando va via. Dormi. Mi raccomando, portami il mio. Che bella vista. Prima vediamo se lo prende Florin. No, vediamo che con la prima. Ah, perché è più bello, per Florin. Vabbè, questa è il cavallo di Natale. È base. È bello come regalo di Natale. Guarda, stai finito. Ma la busta la voglio io quella. Questa è tutti rimasta per una Natale. Fai vedere questa mia vita. Da un anno scorso. No, questa era più bella, Marina. Questa? Questa te l'ho fatta io, la vuoi da me? Che разница? Io ma mamma, cosa vuoi per Natale? Cosa vuoi per Natale? Io prendo le voglio all'orologio di Swarovski. E quanto costano? 300, 400. E io ho borsa. Vabbè, cosa c'entra? Cosa c'entrate voi? Voi non c'entrate, questa è la no, mia. No, se te dici io voglio, vuol dire che no, 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 ma io li prendo per me magari, perché io non lo so, cioè mi devo immaginare perché la cosa. E te cosa vuoi che regalo? Oppure la borsa di bag. Ah, capito, io fai una 200. Ah, dico cosa voglio io. Io invece voglio un orologio di Rolex. 5.000 euro. Ma te sei matta? Ma che te sei matta? Niente, cosa c'è di un orologio di Rolex? Perché non lo sai leggere come orologio. Cioè, stai a casa a guardare l'orologio di Rolex. Quando è preso? Dai, andiamo di là, amore, che lei mi offende, lei è cattiva. Non ti offende, lei. Andiamo a guardare Alexander. Se io sdiamo caruccia da Franco, non mi associo. Mamma, Ricky. Amore, attento. Alexander. Она мне сегодня говорила, говорит, мама, картошку с курицей в духовке. Я говорю, у меня, говорю, холодильник пустой. Я говорю, приходите, я говорю, закажем Франку. Франку всем нравится. Я только, я себе не заказывала ни еду, ничего, Саша, себе тоже что-то заказала. Только мороженое взяла. Я говорю, потому что, говорю, картошки нет, за курицей надо тоже выходить. Я говорю, у меня времени не хватило. У меня даже времени голову помыть нет. У меня немножко вот так вот, эта неделя. Немножко это самое. Люстру привезли, люстру это самое. Надо сейчас месседжу написать, чтобы привезли люстру, чтобы он мама, пришел завтра сделать. Я нашла, что я хочу продавать. Иди на комнату. Тебе? Так. Ой, я уже накрыла. Долго ждем этого самого. Еду заказывала в ресторане, знаете, всю бутылку выбухали. Воды. Я не знаю, что себе заказывала, или этот самый каково. Или кока-колу, я не знаю, что мне заказать. Раньше столько свечек у меня было красивых. Что-то в этом году как-то расслабилась. Так, ладно. Я накидываю, я замерзла. Джордж, они это, дети в этой в комнате у Саши кино смотрят. И тоже попросили одеяло, там на диване легли. Саша на кровати, они на диване. И говорит это, ну видно, температура тела после работы, после всего опускается. Вот одеяло, я говорю, возьмите в этом. Внутри кровати у Саши. Тоже после работы, естественно, есть хочет, и это, наверное, не знаю. По телеку там опять все ругаются.
не ругаются по телеку, потому что завтрашнего дня, сами понимаете, будем смотреть, что там нам скажут. Воду, которую набирала, помните, давно у меня осталось всего две бутылки, это вот третья. Надо в магазин ехать на колясочке за водой. Раньше с Амазона заказывала, надо посмотреть с Амазона. Там раньше я заказывала, было удобно, подвезли, поставили. До сих пор воду в холодильнике держу. Я уже сама хочу лечь и отдохнуть. Долго нету этого самого. Только что звонила, говорю, ты что, с Миланом мы что, заказ делали или что? Она говорит, сейчас я приеду. Я уже выехала. Девчонки, пришла моя люстра. Я сегодня хотела в прямой эфир выйти, люстру свою показать. Пришла моя люстра в кухню. Точно такая же, как у меня в комнате, только серебряные вот эти вот штуки серебряные. Я так посмотрела, ну, в принципе, они так под плиточку подходят. Думаю, нормально. Расчетные это цены. Мне немножко она обошлась, мне она дороже. То цена на нее повысилась, я покупала в раз меньше, в раз. Потом цена поднялась, сейчас она тоже опустилась, но не за 60 евро, как я покупала. 20 евро это вообще, считайте, даром. Я себе только мороженое заказала, не знаю, если Саша здесь будет есть или в комнату пойдет. Такое состояние у всех под вечер, знаете, вот это вот ленивое такое состояние, что лежать хочется. Что они завалились на диван, что Саша там телевизор включил. Очень долго ждем. Так, что, девочки? Потом они уйдут, я это все собираю здесь все тарелки. Боже, ну стол продала, хорошо, молодец. Кошка чешется. Боже. Я говорю, мы что, с Милана заказали, что, шо, так много людей заказывает сейчас. Все дома. На улице уже не так тепло, не так приятно. Так, ладно. Это потапливается. Смотрите, это я Джорджи говорю, хлебушек. Алина, салютами рогацики, ты нам скоро нам. E manca anche altri tre visi. Aspetta un secondo che controllo. Ma ho sbagliato tutto. Sbagliamo solo questa somma. Mancano un riso mio, un riso di George e tuo gelato. Le ha portato un riso sbagliato cantonese che non serviva. Cazzo, ma questo cos'è bianco? Sì, anch'io ho preso un cantonese, ma lui mi manca. Buon appetito ragazzi, piatto. Полито, да? Вер... Али, левати квеста коза. Афреддо. Покажу тебе, там нормально все с глазами хоть? Си, афреддо. Боже, какой кошмар.